Че, поехали, нет? Поехали. Сейчас, в общем, там только это, флика сразу уберите от бабы в розовых шортах. Мы сейчас такие незаметные водопроводчики придем в броне туда. Ну, судя по всему, по крайней мере, это бы так было в первом пейдее. Водопроводчики? Угу. Мы немножко только тормозим, потому что этот, где-то DLC вышел полтора месяца назад. Там по-любому изи катка была. Я вижу, мы тормозим, потому что они даже до сих пор не перевели превью. Серьезно? Это просто охеренно. Вообще чуть-чуть тормозим. Даже субтитры английские. Ну да, субтитры мы очень тормозим. Я вас даже удивлю, они перенесли вот это вот, вот эти строчки из первого пейдея, не переозвучивали. О боже, даун. Гениально. Даунич. Боди. И чё, карта похожа, нет? Да, абсолютно. 100% вообще. Кто-то сыт. Да, похоже. Земля на меня сыт, алё. Смотрите, здесь, может быть, ломики нужны будут. Почему у входа нету звонка, но есть швабра? Подключи. Да. О, я нашел ломик. Вот здесь ломик есть, может понадобиться вот здесь вот так рядом со мной. А тут туса какая-то. Это нормально, надо поговорить с ними. А, нет, она не в шортиках, она... ничего так, ее найс апгрейдили. Только она смотрит свою мобилу как... What's up? Эй, тупая шкура. У нее в голове ничего нет. Че, на айфон насосала, да, тварь? Вот у этого а что, за парнем надо идти, по-моему. Вот этот парень розовым. Да? А, сколько... Подождите, найдите всех гражданских. Найдите всех гражданских. Ну вот три. Баба Нигер. Пять уже. Он меня в подвал ведет. Это нормально. Это нормально. Только не начинайте пока что ничего. Ублюдок. Ублюдок. А ты можешь рот открывать, когда базаришь, дебил? Это так что-то неправдоподобно. Что делать? Сейчас она будет эту херню, наверное, скрыть. Пойдемте сначала за ложей найдем, где все стоят. А что-то я смотрю, у нас эти стяжки прокачаны. Ну, я старался. Ну, я тоже. Сказали, посмотрите, как стоит эта девчонка. Это она по-русски говорила, да? Русская. Раз. Не знаю. Так, стоять. Она здесь. Какая у неё осанка. О, здесь где-то баба должна быть в купальнике, пойду находить. Просто посмотри на её осанку. А в соседних домах могут быть? Нет, только здесь. 2, 3, 4, 5. Уже на улице четверо. Вот это осанка, видишь, да? Mm-hmm. Она еще и на каблуках. Да, вот баба в купальнике. Такой осанка. Даже я тоже хочу на бабу в купальнике посмотреть. Вот она тут стоит. Правда, у нее купальник, и она на каблуках. Это очень странный набор. Вонючее говно. Пока обойдешься эти странные заборы. Не-не-не-не-не. Здорово. Зачем тут? Вот здесь баба сидит. Кто-то эту бабу должен охранять, чтобы ее не забрали. Кто будет охранять бабу в купальнике? Я хочу ее. Хочешь? Ну ладно. Я ее поохраняю. Дайте скрыть. Вы в курсе про карту-то? Она поворачивает голову, так знаете, резко так по кадру. Короче говоря, еще один проход вниз вот здесь. Что-то она доска какая-то. Ей можно. Не, ты в профиль встань. Ну, что-то. Че она делает руками? Вот это что? По-моему, у нее что-то там не побритовало, мне кажется. Я не буду охранять. Сами охраняются. Вот здесь еще есть проход вниз. Вот здесь за шкафом он должен быть. Проход в ту же самую комнату. Ну, проход вниз, комнату, в которую нам нужно вскрыть все это дело. За винной херней этой? Угу. Баром. Ну, давай, что там делай. Сейчас пойду вниз. Интересно, а стелсом-то можно, нет? Не написано. Ну, там вроде начало можно. А дальше...
то ли что-то копы бесконечные приходят, то ли еще что-то. Девушка, у вас тут такая орхидея крутая на столе, просто капец. Спуститесь вниз там. Ну-ка, ну-ка. Народ, вам нужно на второй поставить. Спуститесь кто-нибудь вниз. Ой, где этот низ? Я вам покажу, так что лестница. Подожди, нет, стойте, брони нет. Девушка, вас не смущает то, что броня тут перед вами? В смысле, сюда вниз, Илюха, где во второй дом? Да. Ну я тебе сказал. Я был винный пол. Да. Сейчас копы приедут. Оу, фак. Почему? Ну, потому что кто-то их позвал. А кто их позвал? ХЗ? Потому что мы взламываем. Не спрашивай, это оверкил. А можно было перевести субтитры? За полтора-то месяца. То они там клялись, божились, типа, мы будем все переводить. Так это ж вроде уже не оверкил виновата, а локализатор наш. Fucking cops! Это их локализатор. КЗ, он мир писал. Делэкс? Привет. Давай, он все, вяжем, 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 бегом, вяжем, бегом, бегом. Вяжи тех, кто на улице. Хищник. Окей, окей, окей. Motherfuckers. А, в натуре он копы подъехали. Бабу нужно привезти сюда. Делэк сохраняет ту бабу? Давай я её приведу. Вот это надо связать еще, вот этого. Вот здесь флик, вот этот не связан. Флик, флик. Флик, вот этот. Давайте эту шкуру тоже. Давай, веди, веди. Понятно. Просто не подпускайте их к этой херне, я вот это буду охранять. Да быстрей, доска ты гребаная. Вот ограбим следующий банк, дам тебе денег на подкачку. Ну ничего себе тут ехали. Хорошо, что они не перенесли ачивку сюда из первого Payday, когда никого нельзя убивать, пройти эту миссию. Никак. Ну я надеюсь, они за полтора месяца решили уже не переносить. А где они же решили за полтора месяца перенести эту ачивку с про? Заложи вот ищи. на улице, и один вот здесь. Сейчас я бабушку заведу. Не хакнули вторую херню. Я монтировку нашел. Чаны. Хакай? Нет, там надо хакать. Фликс бегает, хакай. Я монтировку нашел. Хак за куда вопрос написано. Ой, пора садиться. Комфортней. Начинать глядать. Что-то смог более проглядывающим стал. А то раньше вообще нихера не видно было. 13 секунд. Найс. Лука! Мадафака! 5 секунд. Усё. Вот здесь баба еще одна в углу лежит, если чё. Изер. Заходите внутри, внутрь укрытия. Короче, пацаны, вы давайте тут, кто в броне, оборонять этих ублюдков, и мы пойдем. Окей. Тут парни респаунятся снизу. Я не знаю, как они здесь оказались, но парни зареспаунят снизу. Okay. А вот здесь нужен ломик, флик. Флик, открой мне, открой мне эту дверь, флик. Вот эту дверь открой мне. Флик, у тебя... Да флик, с другой стороны! Да я тебя не бью, ты уже был. Хочешь, чтобы я открыл, да? Да-да-да. У тебя какая-то сральная бумага. Ну-ка, да, это мне надо. Нужно осмотреть сейф. Ты чё, уже что ли? Окей. Да. Нужна дрель тут улучшенная. У кого улучшенная дрель? Хищник, твой выход. Хищник, иди, я тебя сменил. Я тебя сменил. Окей, окей, окей. Я иду, я иду. Окей, а, вон сверху. Ты чонг какой-то на уровне. 160. Да-да-да. Я пойду. Иди. Рубите, да. Хищник, иди наверх, иди наверх. Нет, нет, давай подождемся хищника. Иду. Я буду бегать. Очень ты сзади. У меня перевод. Сверху тизер. Может я заюзаю сколько? Я уже пошел. Сверху будет тизер. Я уже пошел. Ничего не вижу. У тизера. Как же долго! Дозер? Окей. Флик, ты можешь там уже не тусить, можешь идти наверх. А, окей.
Минус дозер. Так, в смысле? Так тут надо будет печатать деньги. А у меня ингредиенты. А, ну давай печатать. Ну тогда ты просто спускайся вниз, и пока что я иду к сейфу. Ты пока что иди наверх, обороняйся. Визер. Okay. Все, пусть дрель финиширует. Осталось, парни, минута 40. Просто держимся и все. А, я слепой. Я не нашли. Сокол! Я надеюсь, это все заложи, больше я, по крайней мере, не видел. А их надо до конца миссии держать, что ли? ХЗ. Не, не до конца миссии, пока не откроется сейф. Хотя, по-моему, когда мы стрелять начали, кто тут еще орал. А чё тут их только 5? Где шестая? А шестая на углу лежит. А, вот. Но, по-моему, мы налажали где-то, потому что что-то... А, у меня патронов нет. Это как-то легко, если их 6 будет. Всё. Че ты тут спрятался? Там открылось у вас, блин. Че, открылось, нет? Дрель надо починить. Я пошел. Давай, давай, иди. Тебя быстрее. По крайней мере, в первом ПД, по-моему, здесь только вот эти чуваки были и все. Кто? О, вон. Откуда они снизу идут, я не понимаю. Что-то вы далеко убежали от заложей, если честно. Да нет, я тут. Кизер! Убрал! Когда будет уже 7-дневный хайст? Нет, серьезно. Через год или два. Кого там через год? Никогда? В третьем, по идее. Сопужило. А, Флик? Или нет. Чего? Я тут. Ну как бы там тебе сказали, что надо сделать? Я тянул шланг. А сейф уже открыт или нет? Так, это снайпер. Я рублю. Там... Как бы он открыт. Ну короче, делай там грязь. Клюква. Воу, здорово, клюква, пацан. Где он? Понял. Я Мазурик. Удостовериться в том, что течет вода, окей. Так, сейчас, секунду, мне на кое-что скинуть. Он сейчас снайпери не машет, он. Видишь, а, патронов нет! Оно лично. Бульдозер! Бульдозер! И парни рядом с заложами. Бульдозер улетел. И клюква еще где-то. Клюква где-то, ну, 5 часов в доме. Он еще бульдозер... А, нет. Это клюква. Окей. Вау, ребят, мне надо помочь. Ай, фак. Я включаю воду. Куда? Я с сантехником работаю. Я за патронами. А, вон он на крыше. Лёха, живи. Давай. Я живу. Окей. Да нет, сходи за пацаном. Да все. Тут, кстати, снайпер где-то работает. Я уже его убил. Нет, там еще один снайпер. А, вижу. Фу. А, fucking снайпер! Одного убил снайпера, еще где-то. Да, выбрал еще одного. Sniper is not operational. А тут ничего такое. Не отвлекайтесь. Ты просто баба в купальнике легла, конечно, шикарно. Так, я пойду включу, видимо. Нормально. Патроны мне дай! Спасибо. Куда ты? Да не трогай! Да ты ублюдок, мать твою! А, псих нахер! Я его бью ножом, он включает воду, козел.
Пацаны, я буду здесь один оборонять вот эту херню, а то они норовят ее отключить. Очень сильно норовят. А булдоза... Где булдоза? Нету булдоза. Булдоза, out of service. Убрал снипера. К вам тут щиты идут, смотрю, три штуки, я пойду-ка их убью. Ай, лигалас! Я отлично сработал сейчас. Отлигаласил всех. Я его отвлекаю, давайте. Убивайте. Кого? Кого? Бульдозера? А? Заложника? Ясно. Понятно. Тим Вок сидела. Че делали-то? Да щит меня тут нацевал. С4 поставьте. Флик. У меня нет С4, ты видишь, что у меня есть? Ну, как бы С4, они, наверное, по умолчанию просто ставят туда. Ну, сейчас попробуем. А, да. Когда этот сраный сейф откроется, мать его? Там бомбанет сейчас, он. Иди сюда. Нормально. Ачивки нет, ну ладно. Драгоценности собирать надо. Мы просрали гражданских? Да, где-то, видимо, были за забором еще. Окей. Вы за забором еще? Давайте, что, давайте тогда принтить? Или пойдем отсюда? Ну давай попринтим. А у нас дофига этих. О, подождите, у меня что, один мешок патронов был? Ну ладно, надо было мне все-таки взять. Ах ты ублюдок, мать. Сколько сидеть надо будет здесь? Нам нужно 1 000 000. Они там всех заложили, освободили. Ну, ой, да ладно. Без света вчера. Ну началось. Уходи утро. Понятно, лучше сюда не спускаться. Флик, давай печатай, мы там постоим. Red, I love you. Я здесь постою на этом говне, так что. Чего вам надо? Сзади респаунится козлы, а? Найс. О май фак, это опять забейте. Тут сложно, просто со всех сторон набегает. Сейчас подключу. Подрубил, активируй снова. Да забей, просто реально идут и идут толпы. Вообще напердели тут. Ну, давай, давай, еще 50 человек выпить. Что за бред? Сейчас тебе подожди, помогу. Сколько там уже денег напечатано? Посмотрите, возьмите этот мешок или что там? Флик. А, я тебе зря взял. Ты забей. Чё он сделал? Я забрал, похоже, приготовил. Я этот клише взял. Да поставь заново? Нельзя? Нельзя. Лол. А сколько денег-то? Парни, денег сколько? Сумка. В мешке. Сумка одна. И как нам узнать, сколько это бабла? Ну, в табе написано 69 тысяч. Вау, инстант кэш 69 тысяч. Сейчас я скину ее, может быть, ее надо скинуть? Да нет, написано escape, типа. А, турель, я думал, что за ересь. Ой, на ней же можно хилиться точно, что это я? На ком? Да. На турели можно хилиться, стреляешь, и хилишься. А, да. Че, погнали вниз, да, либо уже внизу? А, уже вы уже внизу, окей. Да. Teamwork. Хотя бы монтировочку, фрик. Я вообще делаю все, что могу. И быстрее. Я направо сгоняю.
Че, опять бить? Да. А, сюда. Да. Лучше бы вот на пляжике. О, сайд-джоб. Какой сайд-джоб? Классный, у меня тоже сайд-джоб. Сайд-джоб. 118 тысяч. Чё-то я хз даже. А, нет, истинный кэш 69 тысяч. Я не понял, чё, это где? Это чё? Чё-то ахинея. Чё? У вас там два BioElinara в этом, в TeamSpeak. У меня крашнулся TeamSpeak. Ооо. Пока, Илья. Пока, Илья. Привет, Илья, да? Нормально. Я бы побольше. Ви. О, 50 копеек. О, давай, открывай, чё? Чё, тебе жалко, что ли? Да, изи вообще. $2.5